Мирным жителям, которые обосновались в 30-километровой полосе у сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома. Российская военная полиция и сирийские пограничники обеспечат их безопасность. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время переговоров с главнокомандующим сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо. Стороны обсудили выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии. Напомню, договоренности были достигнуты Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи во вторник. Шойгу сообщил Абдо о планах расширить в ближайшие дни маршруты патрулирования и увеличить подразделения российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий. В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развертываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку.